Всем привет, меня зовут Марина Деброва, и я на Сахалине. Как дела? Все хорошо. Когда прилетела, рассказывай. Сегодня прилетели утренним рейсом. Есть. С молодежной командой. На туре у них была? Да, все игры. Расскажи, как проходит твое восстановление? Ну, все хорошо, уже начала тренироваться с мячами, уже месяц тренируюсь с мячами, начала потихонечку прыгать, ну, как бы еще не в полном объеме, но постепенно прыгаю. Следила вообще за играми команды? Конечно, я слежу за Сахалином, болею, вот, каждый, ну, стараюсь не пропускать игры. Какую игру запомнила? Какую игру? Ну, вот, вчера, которую играли, мне очень понравилось, я смотрела ее. Успела посмотреть? Да, зал очень понравился. Ну, как бы визуального очень хороший, классный. А как тебе вообще база? Что, ты здесь жила же? Да, я первый сезон, когда мы приехали, я здесь жила, но здесь все еще строилось, стояли только корпуса, столовая, остальное все строилось. Сейчас, конечно, все преобразовалось, очень красиво, ну, хорошо. Кого я здесь еще нахожу? Успела пообщаться с Жорой, Вика Журбенко, Оля Фролова, Малыгина Дашка. Мы с ней, кстати, играли, давно ее знаем, мы играли с Заречи Одинцова. Вот. Ну и все, пока что так. Как тебе вообще состав? Состав очень хороший, я думаю, подбор девчонок очень хороший. То есть я думаю, что можно претендовать на хорошее место в Суперлиге в этом сезоне, то есть девочкам все по силам, тем более сейчас они играют очень стабильно, чем в прошлом году мы играли, и как бы я думаю, что ну, девочки займут, выполнят задачу. Ты же пока еще не готова, правильно? Да. Чем ты будешь заниматься? Ну, я приехала сюда с целью помочь молодежной команде, тренеру, вот, пока буду с ними, то есть тренировать команду, помогать девчонкам, делиться своим опытом, вот, ну и параллельно тренироваться с основной командой, по возможности. Как впечатление, сколько ты здесь не было? Полгода, ну больше, да, полгода где-то. Как думаешь, как это реагирует Вика, значит, вернулась на остров? Ну, я думаю, что все будут рады, потому что, когда я играла здесь, то есть болельщики, ну, как бы все меня очень любят, и я думаю, что они обрадуются, потому что периодически пишут на протяжении моего восстановления, когда узнали, что мне требуется операция, все начали писать, спрашивать, что, как дела, что случилось, как бы, ну, все меня поддерживают, периодически пишут, говорят, что ждут меня на Сахалине, вот. Самый главный вопрос. Да, конечно, я приду и буду болеть. Чтобы можно было подойти, пообщаться? Конечно, конечно. Всегда рада.